прошлый вот разговор. Так вот, в том семинаре, который я давал очень давно, я говорил, что наблюдая очень богатых или за очень богатыми людьми, я обратил внимание, что эти очень богатые люди очень часто смотрят левее. То есть их голова обычно чуть-чуть левее направлена. То есть они даже садятся вот так, чтобы их голова смотрела больше в левую сторону. Когда разговаривают, у них как-то влево все вот так вот. Знаете, это все очень удивительно. Человек, который бедный, наоборот, поворачивается правой стороной. И человек, у которого неприятности, клонит голову в правую сторону. Клоните голову в правую сторону, будут неприятности в жизни, клоните в левую. Сейчас вы можете проверить. Смотрите, если ваша жизнь сейчас настроена на то, чтобы вы больше зарабатывали денег, то болезни развиваются следующим образом. Вам больно поворачивать в правую сторону и не больно в левую. Вот. Если в левую больше опускается, чем в правую, значит, у вас как бы предпосылки к тому, чтобы вы зарабатывали больше. Это все парапсихологические трюки. Или это все связано с магией, волшебством. И это все не связано совершенно со здравым смыслом. Поэтому, пожалуйста, если вы смотрите данное видео, не относитесь к этому а почему так? А давайте разберемся, а как вы можете объяснить это? А как вы можете это объяснить и доказать и так далее? Я этого сделать не смогу. Хотите верьте, хотите не верьте, хотите проверьте. Ну вот где-то так. Я это использую в своей жизни. А если не в левую, не в правую, тогда это заболевание остеохондроз, солевой диатез.